Приветствую вас. Вы знаете, надо сказать, что проблемы, конечно, есть. То есть совершенно очевидно, что здесь имеет место быть проблемы, совершенно очевидно, что здесь имеет место быть трудности, совершенно очевидно, что у мужчины есть некоторые страхи, есть некоторые сомнения, есть некоторые сложности, вот, какие-то, все это, безусловно, имеет место быть. Но, вот понимаете, в чем штука? Какими бы сложными не были бы проблемы мужчины, да, то есть, как бы сложно не было их решить, эти проблемы. Важно желание человека. Важно желание человека решать эту свою проблему. Если этого желания нет, то, соответственно, нельзя говорить о том, что что-либо изменится. Вот. То есть человек, например, та же девочка, да, его гражданская жена, она терпит это, она принимает это, вот. Это ее право, это ее выбор, понимаете? Это ее право, это ее выбор, и до тех пор, пока рядом с мужчиной будут, вот, собственно говоря, такие люди, да, которые будут принимать его, которые будут понимать его, которые будут прощать его, ну, даже дело не в прощении, да, а скорее именно вот в том, чтобы относиться к этому с ущербом для себя, вот так скажем. Вот. До тех пор, пока такая ситуация будет, ничего не изменится по факту, и мужчина не изменится, понимаете? Вот. Поэтому тут важно понять позицию другого человека, то бишь вас. Вот вы говорите, значит, пока девушки нет дома или пока она спит, он, собственно, мастурбирует. И как-то странно. То есть получается, что он не работает, да, получается, что он ничем не занимается, да. Вот. Он говорит, что хотел бросить, но не вышло. И не выйдет на самом деле. Не выйдет до тех пор, пока он действительно не поймет, что это серьезная проблема, и до тех пор, пока он не будет делать что-то для того, чтобы это поменялось. Вот. И надо обязательно сказать, да, здесь, что у него недостаточно мотивации, для того, чтобы что-либо менять. Вот. Понимаете? Ну, недостаточно мотивации.
чтобы менять то, что вот с ним произошло, то, что с ним случилось. И без этой мотивации, без отсутствия, точнее, мотивации, да, без отсутствия мотивации, что-либо исправить не получится. А так это, да, это страх перед, перед близостью, это страх перед возможной близостью с, ну, с женщиной. Вот. Это нежелание идти с ней на близость, потому что есть страх, что что-то не получится, вот, и страх, что он выставит себя как-то, ну, как-то негативно, вот. И это, конечно, вот критический момент, вот, потому что он в этом состоянии, по сути дела, удерживается. Ему в этом состоянии, по сути, удобно. Вот. И менять что-либо до тех пор, пока ему удобно и его все устраивает, да, он будет вряд ли. Вот и, в принципе, все. Вот, в принципе, все, что можно здесь сказать. Правда, отдельным пунктом, да, идет то, кто вы, ну, кто вы этому мужчине, вот именно вы, кто ему конкретно. Потому что как-то вот непонятно. То есть мужчина вроде бы как живет в гражданском браке, да, с девушкой. Есть еще вы, то есть вы, получается, кто? Любовница? Получается. Или как? И здесь, конечно, вот непонятно, какая роль во всем этом вам, вы себе отводите, скажем так. Вот, я думаю, что примерно так можно вам ответить на вопрос. То есть вы, опять же, ситуацию почему-то описываете кратко, хотя ее надо бы описать наоборот, не кратко, а очень подробно. Особенно подробно в той части, что это касается вас, то есть как это все касается вас, то, что вы описываете. Вот. Для чего вы значит, опубликовали свою фотографию? Зачем вы опубликовали свою фотографию? Вот, ну, вопросы
Это тоже важный момент, что вы хотели этим показать, да? Вот, и какой, собственно, у вас вопрос, это, пожалуй, тоже очень важно. Вопрос-то в чем? То есть вы ситуацию описали, а вопрос какой? Что хотите сделать? Знаете? Вот. Здесь непонятно. Вот. И если мужчина, например, не может вам дать того, что вы хотите, а хотите вы, например, от него, допустим, вы хотите от него там близости, отношений, да, и так далее, вот. Это же вопрос к вам, по какой причине вы терпите это, то есть продолжаете его ждать, продолжаете им интересоваться и так далее. То есть это вопрос о том, насколько вы реально уважаете выбор другого человека. Вот он выбрал жить так. Это его выбор. Да, не совсем хороший, да, не совсем там приятный. Вот. Может быть, даже сложный для понимания выбор. Да? Вот. Но тем не менее. Тем не менее. Тем не менее, если мужчина вам дорог, если вы его любите, то его выбор вам нужно принять, так или иначе. А если вы не можете его выбор принять, вот это вопрос к вам. Почему вы этого не можете? Что мешает? Вот так, Наталья, я думаю, можно вам ответить, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.